Здравствуйте. Ты сажаешь от дружества. На поверочку сдаем? На поверочку сдаем. С самого утра в аккредитованной метрологической лаборатории по поверке средств измерений суета, вызванная окончанием отопительного сезона. Представители управляющих компаний, ресурсоснабжающих и монтажных организаций сдают приборы учета тепла и воды на поверку. Это вычислители, расходомеры, датчики температуры и давления, чтобы сверить точность показателей своих устройств с эталонными и при погрешности подкорректировать их до заводских настроек. Прибывший счетчик осматривают, оформляют на него заявку, чтобы не перепутать с другим, и устраивают досмотр с пристрастием, после чего он попадает в святая святых – лабораторию поверки. Чтобы наша машина проливная увидела этот прибор, включаем, подаем ему питание, подключаем заземление. При помощи зажима счетчик фиксирует к установке. Далее под напором на него подают воду. Все это время компьютерные датчики фиксируют одновременно объем поступившей жидкости и показатели на шкале устройства. Через 10 минут компьютерная программа выносит свой вердикт. Второй счетчик. Идеально. Третий счетчик показывает очень плохие результаты. Минус 98%. Он показывает с отклонением. Теперь для этого счетчика запускают калибровку, процесс, благодаря которому все показатели прибора приводят в соответствие с заводскими настройками. Такие этапы проходят в нескольких помещениях для самых разных счетчиков, входящих в состав узлов учета тепла и воды. Полчаса, и он как новенький. Сплошная экономия, ведь теперь тратиться на приобретение нового счетчика не придется. В финале прибор снабжают поверительной пломбой, либо оттиском клейма, и выдают свидетельство о поверке. После положительных результатов поверки мы наносим на прибор оттиск поверителя. Можно говорить однозначно, что он уже пригоден к дальнейшему применению в узлах учета тепловой энергии. К слову, все этапы процедуры поверки проводят специалистами, имеющими разрешение на проведение таких работ и доступ к специальному оборудованию. Находится же метрологическая лаборатория управляющей компании «Жилсервис» на северо-западе Челябинска. Ориентир – остановка «Тепличная» и «Обувная фабрика». ООО «Жилсервис» – аккредитованная компания по поверке средств измерений. Мы имеем весь спектр эталонных приборов, которые необходимы для поверки. Что такое эталон? Это класс точности на порядок выше, нежели сам прибор учета тепла и воды. Помимо управляющих и монтажных компаний, услугами УК «Жилсервис» также пользуются школы и бюджетные организации не только Челябинской области, но и соседних – Курганской и Оренбургской.